Всем привет! Ну что, наконец-то закончилась эта Санта-Барбара с переходом Далера Кудяева. Вообще, куда угодно с переходом Далера Кудяева. Вообще, куда угодно. К пингвинам он хотел перейти, не взяли. В Шотландию хотел перейти, не взяли. И вот, наконец-то, появился клуб, который играл во втором французском дивизионе Лига 2. И перешел в этом сезоне, то есть пошел на повышение и будет в этом сезоне играть в Лиге 1 вместе с ПСЖ. Вот, и это Гавр. В общем-то, Далер Кудяев перешел во французский Гавр, ну так, кавычка скажем, да, во французский Гавр, да, потому что команда донная, а от слова чуть ниже дна. А почему донная, я вам могу объяснить. Если вы посмотрите на игроков Гавра, вообще на всех игроков Гавра, то вы увидите, что максимальная трансферная стоимость игрока, самого дорогого игрока в Гавре, это 5 миллионов. А трансферная стоимость Далера Кудяева 10 миллионов. Вот. Это как бы говорится, что там настолько донные игроки, донные-донные, что, да, мягко говоря, не знаю, что он там будет делать с этими днарями. А вот, как я оцениваю переход Далера Кудяева в Гавр? Да никак не оцениваю. Ну, вот у меня в голове вот, идея, что нужно срочно переходить в Гавр. Вот в Европу, еще раз в Европу, вот там так хорошо, в России плохо, вот а в Европе хорошо, его срочно нужно переходить. Пусть валит. Вот пусть валит, ради бога. Надоел уже. Просто надоел. Как игрок, по мне, он довольно посредственный. Он играл очень долго в «Зените», да. Ну, я его не оцениваю как какого-то топового игрока. Он никогда не был топовым игроком. Играл в полузащите, там, довольно универсальный игрок, но игрок довольно посредственный. Вот, поэтому я не могу сказать, что он какой-то большой вклад сделал в победу «Зенит». Это был довольно средний игрок. Так же, как Сутармин, так же, как там, и прочие наши русские буратины. Вот. Я не думаю, что он Кудяев добьется какого-либо успеха во Франции. Никуда он из этого Гавра не перейдет. Вот, будет там, как говорится, доигрывает свою карьеру, контракт на 2 года, зарплату мы даже не знаем. Вот, скорее всего, она очень маленькая, потому что, ну, у клуба нет денег, и клуб не может купить игроков, да. А вот, зарплата маленькая, и поэтому, ну, будет доигрывать. Хотел уехать отсюда, ну, пожалуйста, езжай, вали отсюда. «Зенит» тебе мог платить 1,2–2,5 миллиона, а ты поехал, ну, наверное, 1400–500 туда. А вы что думаете, там большие деньги туда поехал? У него зарплата будет 500 тысяч. Так. Зарплату пока не озвучили. Ну, она примерно вот такая будет. Потому что Гавр это, ну, я не знаю, это Гавр это по французским меркам, это как наш, блядь, даже не могу назвать, как. Ну, наверное, Камп Родина из ФНЛ. Даже не клуб РПЛ. Потому что, ну, если у вас игрок с максимальной стоимостью 5 миллионов евро, это говорит о многом. О том, какое вы дно. Ну вот, поэтому я очень рад, наконец-то он свалил из Питера. Вот просто уже надоел со своим нытьем. Просто надоел со своим папашей, который тоже в голове какая-то там идея, что его сынишка там чуть ли не Месси. Да, наконец-то все, пусть там играет. Пусть там переходит оттуда в ПСЖ, там какой-то Манчестер Юнайтед. Все, мы с ним вопрос закрыли. Наконец-то. Все. Пока.